Василий Камашенко трудится на этом объекте сварщиком уже полгода. Сходу ему сложно назвать, как по счету для него, Славянский мост. До этого были на другом мосту. Закончили и переехали сюда. То и мы качественно. Все по чертежам, все по технадзору, постоянно ходит, проверяет. Делаем все как положено и на совесть. Мостостроители продолжают бетонировать подпорную стенку под мостом со стороны улицы Калинина. Вместе с тем техника работает на месте будущих опор. Сроки сдачи моста сдвинуты. В работу вмешалась непогода. На данный момент сложность у нас немного уже позади. Было наводнение паводок. Сейчас штурмуем русловые опоры. Палки все привезены здесь. Уже все в наличии есть. Лежат на месте складирования. То есть у нас готовится только в основном опоры. Как опоры будут готовы, продолжится монтаж балок, устройство плиты проезжей части и все сопутствующие работы. 198 балок, 12 опор. К слову, 9 уже возвели. Оставшиеся 3 вобьют прямо в реке. На каждую уложат по 18 балок. Протяженность нового Славянского моста – 270 метров. Под мостом по обоим берегам реки будут устроены объездные дороги, чтобы у жителей была возможность свернуть к дачам и к прилегающим предприятиям. Вот так, метр за метром, рабочий скрепляет арматуру для заливки поперечных швов между балок. Сотни метров проволоки, тысячи скреплений только на этом участке. Затем полотно покроют гидроизоляционным слоем, забетонируют, после чего уложат асфальт. 4 полосы для движения, 2 тротуара по 2,5 метра с каждой стороны. По улице Калинина расширят съезды и установят светофор. Дмитрий Белов, Анатолий Чекрыгин, События, Брянск.